Девочки, привет! Я сегодня снимаю с веб-камеры напрямую через YouTube и решила с вами поделиться еще посылочками и отзывом о посылках, которые я заказывала наверное, месяц назад. Но эти посылки у меня были разделены как бы на три. Потому что я заказывала их в промежутке недели. То есть одну посылку, один заказ у меня был сделан, потом второй, и потом третий. И все эти три заказа были сделаны спонтанно. И вообще, как бы вот сейчас вот я смотрю на них и думаю, зачем я их заказала. Ну, видимо, для того, чтобы, наверное, чтобы они у меня были. Вот. И теперь начнем с того, что я заказывала. Была как-то там акция, и была хорошая очень скидка на румяна, то есть на палетку теней, палетку румян. И я, естественно, как любой человек, который видит какую-то скидку, глаза загораются, руки начинают дрожать, сердце учащенно биться. И рука потянулась к чекау, то есть к оплате этой палетки. Вот, заказывала. Сейчас я ее покажу ее. Вот она выглядит вот так. Вот такая вот палеточка. Вот такие вот цвета. К сожалению, камера не передает всех оттенков, которые они реальные. Ну, в принципе, что такое ты? Ну, пигментированное. Сейчас вспомню цвет возьму. Такой. Розовый. Вот он, да? И сейчас покажу. Ну, я так думаю, что здесь как бы не только румяна. Вот это нижнее. Вот это вот нижние все, это такие более-менее румянистые, вот, а верхние больше похожи на тени. То есть я, в принципе, их использую как тени на данный момент. Вот, цвета, сейчас покажу на руке, насколько они пигментированы. Вот они. Видите? Вот, в принципе, лично тусуется. Особенно если на базу наносить какую-то для теней, то держится весь день. Единственный минус. Эта палетка очень сильно, мягко сказано, пахнет. Она очень сильно воняет. Вот сейчас, кстати, она стала как-то меньше, не знаю. И причем она пахнет вот не сам пластик пахнет, а пахнет вот конкретно сами тени. И запах, знаете, такой вот, по моему ощущению, какой-то медицинский такой-то запах такой, для меня неприятный. Дочка у меня маленькая, когда понюхала, она говорит: мам, пахнут какими-то, игрушками, пластиком. Короче, китайскими игрушками. Вот. Так, следующая палеточка. Следующая палетка у меня также опять же была спонтанно заказана. Опять все так учащенно билось. Сердце, руки потянулись. Вот. Заказала я вот такую палетку блесков для губ. Цвета все такие очень красивые. Но вот, к сожалению, когда их наносишь на губы, они моментально впитываются, и то есть цвет здесь как бы видно, что он как будто бы там лаковый или какой-то шиммерный, с блесточками. Цвет это автоматически как бы впитывается, проваливается в губы, и его практически не остается. Я одним попользовалась, видите, наковыряла тут вот такой вот он, персиково-розовый. Не знаю, вот это даже. Там цветик такой. Всего практически не остается на губах.
Здесь беленький есть такой цвет, он, то есть можно вместо хайлайтера использовать. Не знаю, так, для баловства эту палетку можно заказать. В принципе, недорого, опять же, они все там стоят около $10, так что кому хочется такое, для разнообразия можете заказать. А внизу я напишу ссылку на конкретно вот эти клетки. Дело в том, что они почему-то вот в разделе косметики их нет. Они почему-то в другом разделе. Вот. Значит, они, две эти палеточки, ну, одинаковых размеров идут. Такой черный пластик. Все хорошо было упаковано, ничего не, естественно, не разбилось. Вот. И следующая у меня палеточка. Сегодня я ее получила. Ну, особо как бы не ждала ее, прям так. Заказала ее. Ну, увидела пару видео как раз на YouTube. Девочки поделились своими впечатлениями вот этой палетки. Сейчас мне в голову опять стрельнуло, думаю, дайте докажу. Вот. И причем я ее больше всего как бы заказывала для того, чтобы у меня был хайлайтер. Вот. Это палетка корректоров, вот таких вот кремовых корректоров, и по-другому консилеров, как называют их на YouTube. Вот такие. Но опять же искажаются все цвета, потому что вот этот вот цвет беленький, он беленький шиммером, вот этот зелененький, вот этот розовенький. Ну, я, наверное, буду переснимать это видео, потому что не передает всех цветов, оттенков, которые они на самом деле есть. Хорошие, кремовые, хорошо очень тушуются, наносятся, очень приятно, как бы такой, ну, приятные на ощупь. Ничем не пахнут абсолютно, то есть, что радует. Потому что вот все румяна, это вот я даже сейчас сижу, они лежат рядом со мной, и я ощущаю этот запах. Как-то вот не особо хочется ими краситься, чувствую этот запах неприятный. И еще что пришло, заказывала себе вот такое вот зеркало большое, настольное. То есть оно вот так открывается, не буду его показывать лицом к вам. То есть оно вот так, вот так, да? На него смотреть, на стол можно поставить, угол обзора очень такой удобный, все видно. Вот это зеркальце советую. Оно как бы такое вот идет под кожу. Что самое интересное, здесь выбито, написано Body Brown. Вот, если кому видно. Но много видео видела, где... Ну, последнее видео, где там девочки писали, что приходят кисти, они заказывают и на упаковке. Чехол для кистей, и там такая мак. Естественно, это не мак, естественно, это не Bobbi Brown, это все подделка, фейк. Ну, как бы я не гонюсь за оригиналом. Меня устраивает то, что вот как бы такое вот есть. Многие могут сказать, а что, неужели нельзя в магазинах купить как-то такое зеркало? Ну, я его заказывала так уже до кучи. То есть консилер заказал, думаю, ай, дай-ка ему зеркало. Сказала, в принципе, чтобы оно удобнее. Я видела его на сайте, что удобно им будет пользоваться. Ну вот, в принципе, весь мой обзор. Думайте, если кому-то что-то нужно, можете, в принципе, заказать. Но вот насчет румян я не очень-то советую. Только из-за запаха. А так цвета, в принципе, ничего, нормальные, пользоваться можно. Ну все, всем спасибо за внимание, до свидания.